Приветствую вас, дорогие друзья! Это царские скифы, она же Степная Орда. Ну что, я думаю, вы уже все дождались, просто вообще ждали, не могли дождаться этой серии, потому что она будет довольно-таки экшоновая. И мы сейчас воюем против ужаса Деймоса, да, то есть армию 10 тысяч, да, я хочу сказать, это название 10 тысяч армии. А не то, что там было 10 тысяч человек, как там один написал. Тебя обычно ты сказал, там 10 тысяч человек, это неправда, это только название. А то я не знал. Ну да ладно. Вот здесь вот ужас Деймоса, в принципе... Да, тут в основном армия собрана из пикинеров-новобранцев. А плюс они все очень сильно покоцаны. Тут у нас угрозу представляют разве что... Пельтастые копьеметатели, но опять же, тут нет прачников, поэтому... Нам гуд, нам хорошо. Надо избавиться только от легких наемных бактрийских всадников, да, и от гены. И, в принципе, победа у нас в руках. Тем более, что конных лучников у нас вполне хватает. А, да, опять я мод на музыку из Первого Рима забыл врубить, потому что мы с культом играли, когда онлайн-битвы, их пришлось обрубить, чтобы не было проблем совместимости. В следующей серии включим. Ладно, пошли бить бактрийцев уже наконец-то. Итак, друзья, проблема у нас складывается только в одном. Дело в том, что эти бактрийцы, они окопались в лагере. И даже если бы я, например, выбрал дождливую погоду для нападения, вот эти вот стрелы, они бы все равно были бы... Ну, короче говоря, кидались бы они огненными стрелами, даже несмотря на это. То есть огненные стрелы в дождь не используют только юниты. Ладно, попробуем сейчас как-то аккуратненько, чтоб нас не задели. Хотя тут, ребята, смотрите, они сами вышли. Вперед. Ну и что, нам же гуд. Нам же хорошо, если честно. Пока, давайте, неспешно пойдем. Так, а тем временем идет подкрепление к нам. Так, этих ребят давайте тоже обязательно к себе поближе. Что-то какие-то непонятные движения они делают. Ну, все, давайте плитастов издалека расстреляем. В первую очередь от стрелковой. От стрелковых юнитов избавиться надо. Довольно-таки странно, я что-то в первый раз вижу, чтобы они вышли сами. Они обычно стоят, ждут до упора. Так, а легких наемных-то, да? Так, отходим. Гайдарша. Ну, нормально. Сойдет. Ой-ой-ой, сейчас очень больно. Нашим делают. Но от бактрийских всадников тут уже ничего не осталось. Своих только не стреляйте. Так, копейщики, нафиг копейщиков. Фак, копейщики, так. Но здесь тоже они особо очень тупо сделали. Так, кто у нас тут стреляет? Пельтасты. Два отрядика, да? Сейчас, давайте-ка... Нет, пехоту надо оставить. Надо сейчас сзади зайти. Всех, короче, назад. Ой, блин, наши, конечно, сейчас... Очень сильно отхватывают. Во, надо на ген пойти, вот. Отличный вариант. Так, пельтасты, они смешались с остальными, что ли, как я понял? Так, идем, не останавливаемся. Пехотка еще пригодится нам, ее надо оставить в живых по-любому. Так, и меняем обратно на обычные стрелы. Так,
Так, вот давайте нашего полководца, растеряшу, постреляем. Так, и сейчас упор надо сделать вот на этих ребятах. Вы где у нас тут остались-то последние? Да? Пельтасты. Вот, пельтасты, отлично. Стреляем в пельтастов, давайте. Так, в принципе, можно атаковать. Филес Вориор. Так, это кто? Ну, я думаю, они справятся. Давай, 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 нападаем. Коксакер! Так, тут уже Игорь Фоблад такой полный начинается, да? Ой, блин! Уходим, блин, уходим, 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 уходим. Твою мать. Ну что, вы с пельтастами, что ли, не можете совладать? Блин. Ой, вот это я лоханулся. Блин. Опять Диадан Стайл сделал, господи. Ну все, все слишком быстро. Вот надо какой-нибудь опять радиус мод, наверное, поставить, чтобы они помедленнее ходили-то у нас. Блин, обалдеть. Блин, 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 твою мать. Блин, надо ликвидировать пельтастов, что у нас иконников осталось мало. Да и стрел. Ну, стрел, в принципе, нам хватит. Блин, ну пехотку мы слили что-то как-то. Твою мать, уходим. На них, видите, завлекают пельтасты. Ну ничего, сейчас, сейчас мы на них обрушим всю свою ярость. Так, кто еще? Вот сюда. Вот сюда. Что-то они, да, больно, конечно, сильные что-то какие-то стали. Пельтасты эти. Ну хотя это не обычные пельтасты, они же эти броньки. Как я понял. Ну ничего, сейчас потихоньку мы их разобьем. Блин, еще пельтасты. Так, уходим, уходим, уходим. Так, наступаем. Как вы меня задолбали-то, блин, а? Уходим. Хотя, ребята уже разбиты. Отлично, тогда разбиваем полностью. Да, что-то я, конечно, под конец вступил. Под конец тупанул эпично. Там что-то пельтасты разбушевались, я потерял немного контроль над ситуацией. Все, разбиваем теперь до конца. Блин, а ведь еще сейчас вторая армия подойдет. Ну, там уже со второй армией, я думаю, мы тоже справимся, потому что у нас появится армия в гарнизоне полная. Там минимум, по-моему, 7 отрядов. Так, ну все, одну армию мы разбили, ждем в гости следующую. И надо бы, по-моему, действительно освободить массагетов. Потому что что там двумя армиями против Бактрии что-то воевать трудновато. Лучше пойти на Кавказ, я думаю. На, потрепали нас хорошо, конечно, но сами они никуда не ушли. Бактрийцы, армия разбита, уже Деймоса must be destroyed. Правда, у нас, конечно, отрядов тоже очень сильно поели. И это плохо.
Так. Чё-то нам надо. Управленец. А чё-нибудь, что, например... Во, боевой дух всех отрядов врага минус 10. Вот что я хочу. А, строгость. То строгость, а то ужас. Ну-ка. Ух, нифига себе бонус. То есть, прикинь, вот сейчас против врага, кто на нас попрет, у него будет минус 15 сразу к морали. Минус 15 к морали, охренеть. Так, ну что будем делать? Будем ждать. Так, сразу, наверное, объединим три отряда в один. Мы будем ждать, надеяться и верить. У нас сарай-то что у нас? Ну да, 7 отрядов в гарнизоне, 3 степных лучников и 4 воина степных племен. А здесь у нас что? Здесь у нас в основном, опять же, восточные копейщики. И что гуд, что гуд. Ну, очень низкий у них боевой дух. Очень низкий боевой дух. И, я думаю, очень сильно повлияет вот как раз-таки плюшка нашего генерала Атея, то, что... Ужас, боевой дух врага отрядов минус 10, плюс еще строгость, да, боевой дух, это также минус 5. То есть всего минус 15. Плюс ко всему он достаточно хитрожоп, и рвение у него довольно-таки хорошее, хорошо развито. Так, ладно, степную бурю тоже подводим к сараю, сейчас разбиваем очередную армию противника, у нас уже в казне денег ни хрена нету. Тем не менее, меня еще волнует... Как вот анарты к нам будут относиться, довольно-таки неопределено все это. Плюс еще надо великанов гипербореев отправить на Залат в Неран. Короче говоря, много мороки. Такие дела, короче говоря. Так. Ну, насчет торговли также никто с нами пока не хочет торговать, потому что нет у нас ископаемых, полезных ископаемых, но кто его знает, может быть, вот бревки, например, хотят торговать, да? Но, блин, им надо на лапу давать. Им надо давать на лапу. На лапу у меня сейчас нет денег давать. Одно меня лишь радует. Так, сиракузы. Так, в испанце тем более. Одно меня лишь радует, то что скоро мы выучим прислугу для избранных, что даст нам вот эта прислуга для избранных очень большие бонусы в атаке ближнего боя, защите боевого духа, плюс еще чертог вождя построится. То есть нам при чертоге вождя он благо, короче говоря, общественный порядок, да, дает плюс 10, что ли, сразу, или плюс 5, я не помню точно. Короче говоря, очень важная постройка, и сейчас вот 4 хода еще осталось, и все будет отлично. Ну, а так ждем, что там сейчас Бактрия сделает. Какую подляну, ну, понятно. А сразу решили не атаковать, ну, это их право. Сейчас зима начнется, и будет им по делам, трусливым собакам. Ну это даже хорошо, сейчас наши еще восстановятся. Ребят, давайте, конечно, мир, я не против колхоза, вы уж сами мне объявили войну, теперь сами миритесь. Так, ну что, у нас еще хорошие вести, Спаханах у нас выздоровел и готов принять командование. Так, опять у нас какой-то чужеземец пришел в наши земли поторговать, сейчас его примем, да? Так, выстрелов в минуту, опять охотничий рог пришел. Или броня. Броня. Плюс 10 или выстрелов в минуту. Знаете, давайте броню оставим. Броня важнее. Итак, Тигран. Прибыл торговец с лошадьми из дальних земель. Он утверждает, что продает лучших в мире лошадей. Так, ну и что у нас тут? Таким прекрасным животным нечего делать на полях. Их лучше передать нашим лучшим воинам. Разводить их. Пусть торгуют. Скрестив наших лошадей с этими дивными жеребцами, мы значительно улучшим наше поголовье.
Если мы позволим этому человеку встретиться с местными торговцами, возможно, это покажет чужеземцам, как выгоднее с нами торговать. Ну, у нас сейчас с торговлей довольно-таки хреновая ситуация обстоит, поэтому, конечно, пусть торгуют. А лошади у нас так хорошие. Так, какое у нас тут соотношение? 54 к 46, да? Даже несмотря на то, что у нас подохли в Иллирии очень много полководцев, тем не менее... Ой, тем не менее, все равно, скажем так, равновесие, да, идет. Но складывается это к тому, что здесь у конкурирующих семей довольно-таки мало влиятельные полководцы, а у нас наоборот, у нас тут Аспаханах, Гасон, очень влиятельные люди. Плюс еще назначение можно опять же сделать, но стоимость 1900 пока что давайте... Остановим это все дело. На Спаханаха мы обязательно наймем снова. Вновь. А, так. Давайте окунем наш взгляд опять на восток. Так, враги круга. Так, у нас почти восстановились войска. Такс. Вот так, вот таким макаром. Так, кого бы еще нанять бы? Так, из тыла вроде больше никто не идет, как я вижу. Ну что, ребят, куда вы хотите пойти-то в очередной раз? Так, очень много пехоты. Попробовать снова, что ли, пойти? Или еще нанять? Так. Я думаю, стоит еще, наверное, нанять. Да, по содержанию, конечно, дорого будет, но... Что поделать. А, давайте подождем. Еще вот сюда где-нибудь поставим наших. Так, ну что, ждем. Ждем врагов круга. Так, я думаю, что больше тут подмоги у них не последует. Так, к сожалению, они не подыхают, потому что они сейчас не пришли на заснеженные места, да, они держатся дороги Бактрицы, ну, не дураки же, да, уже научные горьким опытом. Ладно, ждем их прибытия. Блин, опять у нас в Панное беспорядки какие-то. Ладно, пока строим, застраиваем алтарь Папайи. Пай, моряк. Священную рощу пора строить. Пора увеличивать общий порядок. Так, Гену прокачаем до оружия. И все равно у нас низкий общественный порядок. Максимум мы можем нанять только еще одну армию. И, блин, непонятно, где ее нанимать. Ну, вроде здесь две армии у нас в сарае, да, находятся на востоке. Вот где лучше еще одну нанять, здесь или на востоке, чтобы тут до трех соотношений дошло, или лучше где-нибудь на западе. Ибо что-то с общественным порядком у нас здесь как-то плоховато. Ладно, пока оставим как есть. Я думаю, стоит усилить вот эту армию всадников гибели еще посильнее их. Оснастить хотя бы еще парочкой ребят, как-то так. И сейчас можно опять попробовать поторговать с бревками. Хотя, блин, какая тут вообще с вами торговля может быть? Вы малы, как я не знаю что, и еще денег требуется много. Ладно, хватит уже тут трындеть. Ладно, хоть какая-то торговля, все равно это плюс. Ну, не так уж и много на самом деле. Идет бабла с них. Так, кого-то надо прокачать, тебя, да? Нет, давай. Знатного человека надо прокачать, чтобы культуру он насаждал побольше. Насаждай, короче говоря, тут культуру в этом поселении.
в этом городишке. Ну, пока все тихо, спокойно у нас на западе. Так, опять они, ребята, копались. Ну что, придется, придется вас еще раз проучить. Опять четыре рейса делают. О, да он исчез. Отлично. Так, Родос мирный договор. Нет, я рад, что на самом деле тут все мирятся с нами. Потому что они понимают, что толку-то. Значит, что у нас? Вслед за торговцем лошадьми потянулись и другие, и племя богатело с каждым днем. Доход от всех источников плюс 5. О, замечательно, чё. Мелочь, да приятно. Так, Понто-Каспийская степь. Что у нас бунтуют родные земли. А, опять в Петродаве вышло. Твою ж мать. Ну, чё, придется тогда... Придется тогда все-таки, наверное, третью армию тут нанимать, чтобы как-то противостоять противнику. Ой, одни растраты на самом деле. Ну, давайте с паханах и выберем. А, флот у нас один только, да? Ну что, давайте тогда с паханах у нас поведет новую армию. Не понял, а что так? Ладно, нанимаем. Так. Блин, только... Блин, надо это было сделать, наверное, сразу на следующем ходу. Точнее, на этом ходу. Ладно, пока наемников сделаем. Наклепаем. Так. И еще сразу степнячков. Будем воевать с мятежниками опять в очередной раз. Ну, сами видите, такие дела. Что ж поделать-то? Так, Афины все, они на нас что-то особо и не агрятся. И вообще у нас тут буфер такой довольно-таки хороший. Я смотрю, они тут и на наших союзников не лезут. Довольно-таки мирно существуем, может быть, они даже... Может быть, с ними замириться можно? Ну, не хотят мириться, ну и ладно. Вообще, с кем мы сейчас воюем? Египет, Иллирийская конфедерация, Бактрия, Финны, Спарта. Ну, что, довольно-таки неплохо. Все довольно-таки мирно у нас получается. Так, эти ребята у нас окопались. А, ответных армий нету. Так... Одни застрелы. Короче говоря, одни застрелы. У нас таким образом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лучников. Ну чё, попробуем их выкурить в очередной раз. Дайте попробуем. То потом может быть уже поздно. Чё, дайте пробовать. А, они тут тоже конных лучников наняли. В ответ. Так, плюс у них еще восточные прачники есть. И три отряда опять легких бактрийских наемных всадников. Давайте была не была. Хотя у нас тут, конечно, мало народу. Но у нас бонус к морали. То есть минус к вражеской морали. Что ж, у нас тут дождливая погода получилась. Я выбирал три варианта, но все время как-то не Настя у нас выбиралась. Так, проблема у нас основная — восточные прачники. Я надеюсь, что они опять сейчас, не знаю, выбегут. Хотя на этот раз они, скорее всего, будут у меня поступать. Пока стоят. Короче, самое главное — нам прачников выбить.
Но у брачников есть бонус к пробитию броньки. А, не, я смотрю, они опять начинают выбегать, и это опять же гуд. Сейчас их с двух сторон встретим. Опять надо будет оббежать. Это им, значит, такое новое поведение сделали, что ли, как я понял. То, что в любой непонятной ситуации выбегай из ворот. Ну, опять, это же нам на руку сыграет. Так, вот конные застрельщики, вот этих парней, конечно, надо выбить. А, это просто застрельщики. Ясно. Так, давайте пойдем на сближение. Тут, короче, нам надо выбить прачников, и еще нам нужно выбить доспешных наемных застрельщиков. Ибо они очень много могут сейчас дров наломать. И уходим, валим. Так, легкие всадники, хренадники. Ну, они уже несут существенные потери, ребята. Так, что у нас тут? Так, копьеметатели. А, вот лучники в доспехах. Блин, наших уже гонят. Тут у нас бактрийские легкие всадники. Так. Ну что, перестреливаемся. Надо тогда, не знаю, снять агро, попробовать. Чтоб нашего не зажмурили. Так, и сделаем им вот так вот. Так, тут еще помимо копьеметателей, тут сейчас еще и ребята копейщики. Также на огонек зашли. Блин, эти сучки идут обратно, вот как я вот этим вот ненавижу. Ну, надо погонять их, конечно. Безусловно. Блин, что-то, блин, за нашим уже гонится, но... Давайте поступим, попробуем так. Так, что у нас? У нас что-то как-то все неопределенно. Ну-ка, давайте их изрубим. Так, тут застрелы тусуются. И надо как-то их вычленить, блин, этих копьеметателей. Попробовать вот так вот зайти. Все как-то слишком молниеносно происходит, я ничего не успею. Блин, ну мешают эти доспешники просто. Вообще ужасно мешают. Блин, и еще опять же копьеметатели. А, наших уже загнали. Блин. Хреново. Так, мы еще стоим, давайте поперли. Доспешники чертовы. Так, ну чё, пока справляются вроде наши. В одиночку. Надо еще призвать на помощь. Так, и с прачниками. Ну-ка, блин, надо на прачников прямо пойти. Блин, ну чё вас так много, а? Как же с вами воевать-то? Блин, умело они тут, конечно, фистуются. Как тут надо... Блин, это же что нам сделать-то? Не получается у нас
уничтожить копьеметателей. Везде их прикрывают копейщики. Поэтому это довольно-таки большая проблема для нас. Как же добраться до них? С другой стороны, если посмотреть. Ну, сейчас хоть прачников уничтожим. Уже хорошо будет. Ну-ка, давайте. Давайте сократим вашу численность. Так, кто тут еще у нас остался? Опять же, копьеметатели. Ну, давайте с обычных стрел их попробуем расстрелять. Так, теперь вот ваша очередь, сударь. Так, таким образом, что? Наши-то гены... Живой вроде, да? Хотя странно, как-то слишком быстро у него численность уменьшилась отряда. Вроде рулил, да ни хрена. Так, поохотимся на генерала. Так, где у нас еще? Надо все время следить за копьеметателями. Копейщики, вот копьеметатели, короче, где-то сзади не находятся. Твою мать, блин. Вы ж не должны достреливать до нас. Так, все, доспешники разбиты. Это гуд, хороший знак. Суки. Ну ладно, сейчас вас по одному вычленим. Так, вот вас где полно. И опять же, блин, они в центре армии прям находятся. Вот в чем вся беда, вся проблема. Ну, тогда что получается? Надо как-то попробовать их... Ай, попробовать, чтобы они отбились от общей стаи. О, заодно сейчас с генералом можно попробовать что-нибудь сделать. О, отлично, вот. Самый момент. Это, по-моему, последний, кто остался тут из копьеметателей. О, все, сейчас за один раз всех и уничтожим. Но опять же, блин, тут приходится жертвовать. О, сломлены, все отлично, уходим. Все, и остались у нас тут кто? Рожки до ножки остались. Так, все, Гена тоже сейчас сдохнет уже. 18 человек в отряде. Вот как таким макаром. Так, все, застрельщиков мы у них уничтожили. Так, получается, наемники не могут тяжелые выстрелы, да? Уходим. Все, и Ген у нас подох. Подохнет сейчас. Точнее, он уже подох, да? Тут остался один уж. Рядовой солдат. Все. Все, осталось теперь нам копейщиками заниматься восточными. Самый гемор прошел уже. Эх, силушка-то скифская, да? Силушка-то богатырская. Еще сила стрел животворящая делает. Блин, у нас уже патроны кончаются. На самом деле у наших ребят. Но ничего, у нас еще есть подмога. Конечно, много мы потеряли. Но
Я что-то не вижу, чтобы они уже колебались от одного нашего вида, уже бежали. Я такого что-то пока не вижу. Вы что стоите? А, у вас патроны закончились. Убегаем тогда. Нет, вообще-то сейчас может быть проблема по той, по простой причине, что патроны-то действительно у наших ребят заканчиваются. Нашего Гену, по-моему, убили. Ну да. Умение не работает. Так, отлично, все, выиграли. Правда, ценой, конечно, опять же, жизни генерала. Но гуд какой. Генерал-то, по-моему, тут Атей был. А Атей это у нас был генерал из оппозиционной партии. Оппозиционной нашей основной. Поэтому... Блин, это тоже гуд. Мы избавились от конкурентов. Так, ну что, я думаю, что сейчас бактрийцы уже окончательно должны одуматься и понять, что... Ну, против скифов, ну, это только они будут посылать на смерть войска. Потому что смысла как такового не будет против нас воевать. Им. Поэтому я надеюсь, они от нас отстанут. И там, не знаю, перемирие попросят, что ли. А, стрелы, поебать. Ладно, отходим обратно. Ну, в принципе, это все. Сколько вот море трупов, да? Ну, мы тоже потеряли отрядов. Смотрите, у нас было, по-моему, 13 отрядов конных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот два отряда, короче, потеряли. Плюс еще потеряли всю пехоту. Надеюсь, не до конца, и восстановим свои силы хотя бы немного. Подыхай ты, падла, я тебя уже тут, смотрите, как ногами уже бью. Давай. Иди с наших земель отсюда. Да, ты... Ух, ё! Блин, а у нас денег нету возглавить-то. Как интересно. Один. Жесть. Блин, ну надо добивать. Надо добивать, безусловно. Ну, тут авторасчет уже и так понятно. Все. Не будет здесь бактрийцев на наших землях. Не будет. Никогда. Пора уже это понять. Нашим ребятам. Так, очередную традицию открываем. Чё у нас тут? Лихие налетчики. Грозные бойцы, необоримая сила. Отличная легкая конница. Так. Ну чё, я тут склоняюсь либо необоримая сила, либо верные защитники. Можно осаду делать потом, эпичные какие-нибудь осады. Но, опять же, кочевникам делать засады с всякими баррикадами и огненными шарами, не знаю. По-моему, это не в их стиле. Но, с другой стороны, опять же, натиск-то... У нас в основном сейчас еще ударные-то и штурмовой конницы тоже нету. Дальность перемещения на карте плюс 6. Ну, может быть, это хорошо. Ну, ладно, давайте верные защитники сделаем. Мне кажется, оно сейчас полезнее будет. Будем их стратегов качать. Короче говоря, отводим опять обратно. В нашу землю. Фух, ну чё, я надеюсь, что бактрийцы сейчас уже полностью должны успокоиться, у нас ноль в казне. Опять же, а наемников еще рано отменять, потому что они сейчас опять могут прийти. Так, вот такие дела. О, смотрите, общий порядок у нас в панное потихоньку восстанавливается, да? И в Дальмини тоже, пока в ноль, но... И то хорошо, и то радует. То есть одна даки у нас осталась.
Даки одна негодует. Сейчас, собственно, мы тогда с мятежниками, с бастранами что-нибудь сделаем. Так, 4 отряда. Сколько у нас в Петродаве? 7. Ладно, давайте еще 2 отряда подождем конных лучников. Пока они там взрощатся у нас. Такс. Ну что, все тихо, спокойно вот этот ход прошел. То есть Бактрия на этом ходу к нам не подвалила свои войска. Лорик, что ты хочешь? Что ты хочешь в наших землях? Так. Ну что, священная земля в Акинке наконец-таки у нас построилась. О, уже хоть модификатор плюс 2 пошел. Уже гуд. Опять у нас опять недовольно население. Так, еще бы надо нанять вот вас, наверное. Да, наконец-таки у нас в этот ход никто не пришел. Это так, черт возьми, приятно. Так, прокачиваем наших. Так, и все. От наемников сейчас избавляемся, чтобы наше состояние улучшить. Так, и нанимаем... Ага, на доспешников у нас не хватает уже бабла. Ну ладно, хотя бы казну сейчас получим, выправим свою. Так, зато нанимаем доспешников здесь, и, в принципе, можно идти воевать. Вот таким вот макаром. Ладно, продолжу я гонять пока мятежников. Вот такая вот серия. Бактрисы в очередной раз сломали зубы о нас. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас они потеряют всякую надежду на захват наших провинций, да, на востоке. И, может быть, мы попробуем с ними либо сделать перемирие, либо отправить наши войска освободить массагетов, а потом пойти на Кавказ. Всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч.